Коллеги ФМС Почуваши обсудила сегодня особенности работы в условиях увеличения миграционных потоков с Украины. Сейчас за временным убежищем в Чувашию обратились порядка 150 человек. Почти половине уже оформлены документы, и они находятся на территории России законно. Начальник службы Виталий Черничкин отметил, что сейчас сотрудники ФМС должны работать в усиленном режиме. Не только по оформлению документов, но и оказанию информационных услуг. Проблема есть и с пребыванием на территории Чувашии незаконных мигрантов. По словам Виталия Черничкина, многие выходцы из Средней Азии заключают с жительницами Чувашии фиктивные браки. Сотрудникам миграционной службы необходимо наладить работу по выявлению таких фактов. Возможно, скоро полномочий у работников миграционной службы будет больше. Вступают в силу изменения в закон о миграции. Все мигранты, получающие право на проживание и работу в России, будут сдавать экзамены по русскому языку, истории, основам законодательства России. На подходе принятия следующих важных законопроектов о введении патентной системы для мигрантов без визовиков, занятых у юридических лиц, наделение ведомства функцией нашего ведомства, функцией дознания